Здравствуйте, меня зовут Уварова Анна. Ну, началось все с того, что в определенный момент мне нужно было выбрать подготовительные курсы какие-то. Я облазила очень много сайтов, в Москве их очень много, и вот наткнулась, в конце концов, на образовательный центр ProMid. Мне очень поразило, удивило то, что доступность, понятный сайт, все расписано по полочкам, литературу в определенном месте можно увидеть, можно найти даже обучающие видео. И я решила все-таки поехать туда на собеседование, посмотреть, какие там преподаватели. Приехав туда, была очень приятно удивлена, потому что все преподаватели молодые, симпатичные, как бы единственное. Моих родителей смущало то, что вот молодость, может быть, не дадут того качества образования. Но все-таки рискнули, я начала там заниматься, прозанималась год. После этого сдала ЕГЭ совершенно успешно, поступила на тот факультет, куда я хотела. Поступила я в ветеринарную академию имени Скрябина на ветеринарно-биологический факультет. Сейчас являюсь студентом третьего курса, биохимия профиль. Очень довольна до сих пор и безумно благодарна своим преподавателям. До сих пор звоню, спрашиваю какие-то вещи, какие мне непонятно. То есть я была в полном восторге от их качества преподавания. Это очень замечательный преподаватель.